бережное отношение к природе и ее ресурсам, любовь к своей земле. Об этом говорили на масштабной региональной акции «День добрых дел». Во всех парках городского округа Химки начали высаживать деревья. Центральной площадкой акции стал парк Толстого. Также здесь провели разные тематические мероприятия. Для детей и для взрослых у нас сегодня проходят мастер-классы на эко-мотивы. Они у нас рисуют сегодня какие-то картины, которые посвящены переработке веществ. Также у нас сегодня спортивная эстафета, цель которой – собрать мусор и распределить по правильным лоточкам, по коробкам, соответственно, пластик, бумага и прочие отходы. Несмотря на пасмурную погоду, к акции «День добрых дел» присоединились химчане разных возрастов. Я хожу во Дворец культуры «Родина» в академический хор. И весь наш хор пригласили сюда принять участие вот в этой акции в посадке семян. Это для меня было впервые, и вы знаете, мне это очень-очень понравилось. И нам даже разрешили вот эти вот замечательные, вот эту посадочку взять домой, и я отвезу это все на дачу, постараюсь вырастить. Пришли с детьми в парк погулять, покататься на велосипедах, заинтересовались, подошли посмотреть поближе, что здесь. Очень интересно остались. В школе рассказывают, вот так наглядно показывают, дома будут узнавать что-то, как перерабатывать мусор, как использовать, как жить в гармонии с природой. Региональная акция объединила детей и взрослых в едином стремлении – сделать родной город чище и зеленее. Елена Тараненко, Вильфрид Демковский. Новости Химки ТВ.